Сильный пожар произошел на складском здании в Лыткарине. Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. Для тушения пожара направили авиацию МЧС. По данным МЧС, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 3:51 утра. Пожар был зафиксирован по адресу улица Парковая, дом 9. Сильное затемнение пожарные обнаружили внутри помещения на втором этаже. В Лыткарине уже сутки тушат большой пожар. Горит склад 2500 квадратных метров. Сейчас будет обрушение. Перекрываем дорогу совместно с сотрудниками 14-6 батальона, чтобы люди из Лыткарина могли в объезд объехать и попасть в Москву. Сегодня утром площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Информация о том, есть ли пострадавший в результате инцидента, в настоящий момент уточняется. Сегодня ночью работала инженерная техника. Сложность была в том, что это здание без окон. И мы туда вовнутрь не могли попасть. Температура горячая. Поздно, кстати, было сообщение для пожарных. Охранники там проспали. В общем, ситуация сложная, но сейчас уже улучшается. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ.